Привет, друзья! Российскую систему защиты техники от дронов комплекс РЭП «Волнорез» начали устанавливать и на бронетранспортеры. Российский военнослужащий показал комплекс РЭП «Волнорез», установленный на БТР-80. Стали появляться некоторые подробности по системе. Со слов военнослужащего, РЭП «Волнорез» глушит FPV-дроны на дальности до 600 метров. Ранние испытания РЭП «Волнорез» ссылки на видео в комментариях к ролику. Так, комплекс «Волнорез», установленный на БТР-80. Разместили его сверху башни, соответственно, закрепили снизу. Вот, провод выходит питание. В дальнейшем думаем провод провести через канал ствола пулемета. Точнее, рядом с пулеметом завести его, чтобы провод не мешался. Сейчас машина стоит замаскирована. И, в принципе, комплекс находится в работе в данный момент. Соответственно, все дроны FPV в радиусе до 600 метров либо теряют связь, либо падают. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.